Калипсо для нас это не просто альбом, как стандартный какой-то. Я бы сказал, что это такой проект, проект длиной в несколько лет даже. То есть проект, у которого есть своя концепция, визуализация, там много продуманных идей. Все это зарождалось где-то года 2-3 назад, еще до того, как Евген ушел из группы. Треков было очень много, поэтому мы сразу поняли, что альбом будет двойным. И на самом деле я очень горд, что записал этот альбом с нашими парнями.